О том, как на самом деле выглядит бывшая певица номер один, народ узнал благодаря бдительным папарацци. Охотники за сенсациями умудрились добыть честные снимки Аллы Пугачевой, которая обычно избегает публикаций без фильтров и ретуши. Подловить знаменитость удалось на концерте Максима Леонидова в Израиле. Увы, но прическа и толстый слой косметики на лице знаменитости так и не помогли скрыть следы многочисленных косметических манипуляций. По мнению пластического хирурга Евгения Лишунова, в свое время Алла Борисовна регулярно ложилась под нож и даже не побоялась обзавестись имплантом. Любопытно, что эксперт не верит в стремительно распространяющиеся слухи о происках израильских врачей. Правда такова, рассуждает авторитетный медик, в последнее время артистка не подвергалась уже ставшим для нее привычным процедурам. К сожалению, с лицом Аллы Пугачевой действительно случилась катастрофа. Вот только под монастырь артистку подвели не новые, а сделанные несколькими годами ранее операции. Пока позволяло состояние кожи, пластика омолаживала примадонну. Сказочка закончилась, когда уже изрядно пожилая знаменитость столкнулась с таким явлением, как гравитация. Алла Борисовна несколько раз подвергалась глобальным операциям на лице. В последний раз она была выполнена 3 года назад в стенах Института пластической хирургии и косметологии. Как можно увидеть по изменившемуся овалу, была проведена подтяжка нижней трети и поставлен имплант подбородка. У Аллы Борисовны есть признаки не очень хорошего возрастного состояния кожи, которое невозможно изменить пластикой, заключил хирург.